Итак, всем привет, с вами Обема, и если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем брать Африку, и в этот раз, я думаю, мы уже будем объявлять войну всей Антанте, и скорее всего, еще и Рейхспакту, и скорее всего, еще и Интернационалу. Поехали. Итак, мы фактически уже готовы, так что давайте стрелочки наши... Кстати, эту дивизию дообучить бы, но ладно, уже потерпят. И объявляем войну. Я вижу, у нас есть Бенагапон. Давайте ему объявим войну. Сразу же начинают наши войска атаковать. Я бы даже поставил, да, им всем на всякий случай третью агрессивность. Поехали. И я тут немножко изучал нашу промышленность. И, господи, какие же у нас тут огромные цифры. Вот вам пример жесткой концентрированной промышленности. Пошел я именно в нее из-за того, что у нас есть плюс 50% роста эффективности производства. То есть, в принципе, нам сохранение и базовая не так и нужна, потому что мы просто очень быстро ее заполняем. И вот такие вот результаты, промка реально прям огонь. Ну, конечно же, еще помогает нам все-таки стабильности и свободная торговля. В итоге имеем почти плюс 100% объема. Это, конечно же, очень сильно. Ну и вот, по-моему, почти что все вошли. Давайте вот сюда еще сделаем КБ, потому что почему-то нету КБ туда. И вот сюда бы тоже сделать КБ. Ну ладно, подождем того уже, наверное. И да, конечно же, за последний никто не может догнать, потому что... Никто не был готов к этому. С османами у нас почему-то проход появился только что. Не знаю зачем. Но пора нам следовать авиации, потому что у нас очень много промышленности, а нам какие-то пехотные нужды уже столько-то и не нужно, по факту. Так что да, посмотрим. Габон, конечно же, капнул. Продолжаем идти дальше. Здесь у нас КБ, к сожалению, нету. Ну, ладно. Надо будет дождаться, как появится, сразу пойдем. Ну, вот во Францию мы, допустим, все равно сможем так или иначе входить. И... Так как мы можем, мы это и делаем. Здесь пока что, пока нельзя бить войну никому. Это еще и Франция тут. Мы просто на запад все войска отправляем. И да, по-жесткому пытаемся следовать самолеты. И у нас, если что, сталь даже купить не у кого, потому что у нас есть интересный, так сказать, баф на блине мнения на торговой сделке минус 900%. Наверное, это из-за него. Ну да, так и есть. Можно было бы подзакрыть экономику, но на самом деле, я думаю... Плевать, потому что у нас единственное, что это сказывается, это на винтовке. А винтовок у нас как бы, ну, так или иначе уже хватает. Там немножко не хватает, но это потому что мы тут 54 дивизии тренируем. Так что по факту хватает. И тут на самом деле немало войск Антанты. Но для нас это все еще пыль. И я думаю, как мы преследуем бафы на ресурсы, у нас, в принципе, проблемы должны порешаться, потому что у нас очень много ресурсов. Но у нас очень мало бафов на эти ресурсы как раз таки. Ну и, очевидно, мы очень много продаем. Ну, продавать я не против, хоть и нас и... Нет, ладно, у нас все еще покупают, окей. Тогда тем более не против. И я думаю, мы делаем КБ на юг, чтобы освободить и Южную Африку в том числе. Здесь же мы потихоньку-потихоньку душим, но у нас есть со снабжением жесткие проблемы, потому что у нас как-то очень странным образом ЖД соединены. Давайте, наверное, это поправим каким-то образом, типа... Вот таким, наверное, да? Ну, кстати говоря, лидер стал уже крысы джунглей, это, конечно же, прекрасно для нас. Но я подозреваю, что у этих ребят тоже должны быть проблемы с снабжением, хотя вот тут вроде нет. Ну, в любом случае, вроде все у нас отлично, здесь у нас войска становятся на позиции. Можем уже объявлять войну, я думаю. И как все дойдут, хотя, в принципе, можно уже, нападаем вот сюда. И остается нам вот, да, респакту сюда объявить войну. Потом, как КБ будет готово сюда против интернационала, сделаем КБ. Эти вот осколки добьем. И потом уже, конечно же, сюда, против Египта. Смотрите-ка, со снабжением-то как все веселее стало, сразу дивизии намного-намного веселее атакуют. Нам бы еще вот здесь, возможно, атаковать было бы неплохо. Давайте я так и попробую сделать. Хотя здесь, конечно, очень-очень уныло атаковать, если честно. Потому что дивизии идут просто, ну, безумно медленно. Так что да. Ну, мы попробуем. Конечно, у нас все зеленое, но пока они до туда дойдут, пройдет примерно... Вся война, наверное. Мы уже, так сказать, будем в Берлине. Ну и примерно к этому времени, наверное, эти войска пересекут Сахару. Тут мы, конечно же, быстро разобрались. Смотрите, тут опять очень много ресурсов, господи. Поэтому в моде в Африке прям тонны ресурсов. Они есть везде и все. То есть у нас реально всего хватает. Нефти просто какое-то безумное количество. Ну, стали немножко не хватает, потому что у нас все... Весь пром идет на как раз таки винтовки, а это сталь. Это самолеты, у нас будет не хватать, я чувствую, алюминия. И добили мы вот здесь вот все войска Антанты. Прекрасно. Эта армия у нас полностью свободная. Давайте ее отправим уже вот сюда, наверное.
Может, АКБ в скором времени будет готов. И слушайте, мы смогли и правда сюда пройти, кое-как. Давайте-ка теперь попробуем здесь сделать какой-то, я не знаю, фронт. В принципе, как будто шансы реально. То есть, да, да. Мы очень вроде как проходим неплохо. Давайте сразу вот так сделаем. И пойдем добивать Францию. Вот таким вот образом. И тут еще 100 зав. Поджимают вот эти дивизии французов. Нас это более чем устраивает. И вот последнее сопротивление Франции здесь почти что пало. Только мы в итоге потеряли. 115 тысяч потеряли против... Давайте поищем. Индия здесь особо не воевала. 340 тысяч где-то. Ну нормально, что-то тут еще вон, да. Канада 200 тысяч потеряла, тут еще соточка. В общем-то, по мелочам, но где-то, я думаю, может полмиллиона-миллион от нас наберется. Забавный факт, Британия-то все еще держится, кстати говоря. Но осталось тут буквально, по-моему, Британия из интернационала и еще Мексика. Хотя, конечно, продолжается война против России, она еще будет, я думаю, очень долго вестись. Тут фронт не сильно далеко прошел. Хотя, смотрите, есть Донкубанский союз. И это интересное развитие событий, у России нет доступа к вот этой нефти. И это может достаточно неприятно, да, для России. А тут еще и лесские ресурсы кончаются. Ну, судя по всему, Россия на жестком таймере. Германия какая-то ультрасильная, хотя тут тоже манпауэр кончается. Но смотрите-ка, мы почему-то не можем зайти в эту провинцию. Это выглядит очень странно. Право на проход войск. Воюем с этой Францией. Походу это из-за Марокко, что ли? Наверное, да. Ну что, мы сейчас будем воевать с Марокко, так что готовим здесь уже фронт. И я думаю, с Османской империей тоже, потому что тут мы, очевидно, тоже будем воевать достаточно скоро. Я решил все-таки подприкрыть все порты, которые у нас есть. Хотя бы так, у нас есть на это дивизия, у нас есть на это генерал. Это нам бы фельдмаршала, на это просто у нас очень не хватает их. Ну вот, пойдет. И, наверное, сюда я и поназначаю всякие вот эти вот дивизии. И, наверное, туда же я закажу еще побольше дивизий. Чтобы все это в безопасности охранялось. А еще у нас, кстати говоря, уже есть некоторое количество кораблей вот здесь вот. Так что в теории, да, мы можем уже высаживаться. Вопрос, готовы ли мы высаживаться уже. Тут будет неплохая армия. Ну как, неплохая относительно того, что здесь только один порт. И... остальное, а здесь, я напомню, миллион провинций будет захватывать без снабжения. Веселая ситуация. Вообще, на самом деле, не очень веселая. Ну, подумаю. Наверное, после падения Южной Африки я эту армию направлю на Мадагаскар. Так, как бы у нас готово. Единственное, авиацию эту, наверное, я все-таки отправлю вот этому мужику. А новое у нас будет еще, ну, достаточно скоро. Я тут доисследовал почти все. Поехали. Рисфактор тоже будет наказан за все это время оккупации. Тут паренет, который сразу объявляем войну, чтобы не ждать, пока призовет владелец. И нам Индия? О, коммунопарата все еще будет Германия. Окей, ну, в теории Германии еще остались противники, но, объективно говоря, вряд ли сильные, как бы, ну, не думаю, что кто-то может как-то повлиять. Но то, что ей надо будет еще сюда войска какие-то отправлять, наверное, она будет отправлять, и, может быть, это чуть-чуть поможет. Хотя, не уверен. Ну и что, давайте Судан. Цель войны. И да, тут какие-то войска, это да, Германии есть, но это, конечно же, пыль. И здесь тоже войска может быть есть, хотя тут нет, Болгария есть, но кто-то где-то откуда-то приезжает сюда, так что какие-то войска мы перетягиваем все-таки с Европы. Но, объективно говоря, вряд ли это поможет Британии, я думаю, Британия уже мертва. Да, здесь подбиваем количество войск, это всегда приятно. Я только что понял, что тут генерал есть перк молодой лидер. Это звучит, как будто я его вообще в жизни не хочу иметь, вся такого генерала, так что я просто, наверное, уже поделаю новых. Да? И вот все техники исследованы. Можем начать исследовать, если говорят, новые истребители, а пока начинать делать какие-нибудь самолетики. И нам, кстати говоря, надо еще к самолетам этим исследовать, черт возьми, это вот все. Мне нужны орудия, эти вот на самолеты. Так что теперь еще ПТО надо поисследовать. Ну, в принципе, окей. Истребители я это могу делать уже. Хоть и не спеша, хоть и алюминия не хватает, тем не менее, кто-то уже начинает делаться. И по мере новых лобулов ресурсов будет получше. Кстати говоря, четко она стала производиться больше, потому что за нехватку ресурсов дебаф стал меньше. Из-за того, что военнозавода стало меньше. Да, так иногда бывает. Ну и вот так мы планируем нашу выставку. Все западное побережье, там, где мы можем почти что.
И с него мы пойдем к порту. Я надеюсь, это нормально. Просто здесь у нас, видите, сейчас есть прирост на море, но не всегда оно имеется. Поэтому, я думаю, надо так планировать. Скорее всего, я думаю, всей этой аравой мы сможем пробиться к порту. Тут как бы не так уж и много армии. Авиации вроде нету. Как бы мы, у нас какая-то она есть все-таки. Думаю, мы сможем как-то захватить здесь преимущество и добить с Израиля. И вот одна сторона уже пала, наконец-таки. Остается не так много на самом деле. А вот и вторая тоже. На этом мы, можно сказать, почти освободили. Давайте сразу здесь, конечно же, выставляем гарнизонные дивизии. Чтобы никто к нам не высаживался. И наша африканская крепость скоро будет готова. КБ готова против Судана, а значит, мы прекратили тренировки. И можем сейчас начать наступление. Поехали. Если что, Австрия свои дивизии, смотрите-ка, прислала. Еще и какие-то румынские дивизии или что. Но это они их прислали только для того, чтобы они тут умерли. Потому что, очевидно, Африка будет освобождена, и никто нас в этом не сможет остановить. Теперь мы будем, кстати говоря, в принципе, почти со всем миром. Но БМ такое не страшно. Итак, там пытаются усаживаться. Здесь была дивизия, которая тренируется. Из-за этого они, кстати говоря, высадятся, скорее всего. Да, так и есть. Но ничего. Во-первых, у нас есть... В принципе, некоторые резервы. Это свободная армия, южная свободная армия. Во-вторых, что-то еще какие-то дивизии доедут. Но вообще надо, да, прекратить, наверное, тренироваться этим дивизиям. И подготовить еще побольше вот этих дивизий. Честно говоря, тоже стоило бы. Добиваем вот последнее сопротивление в Южной Африке. С чего эта армия, да, пойдет на самый север. И готово. Хотя наши дивизии тут уже достаточно нормально удерживают. Их тут на самом деле не так, что и мало. Поэтому они уже что-то, какое-то сопротивление оказывают. Но нам по факту просто чуть-чуть подержать то, как прибудут подкрепления. И давайте попробуем все-таки сделать эту выставку. Тут пока что пушится, хоть и с переменным успехом. Но у нас хватает что людей, что винтовок. Так что мы можем не стесняться и продолжать атаковать. И войска, кстати, возможно, попадут в окружение. Хоть это и не точно. Так, выставка здесь вроде как успешная. Да, так и есть. Давайте-ка сразу наши дивизии попробуют какой-то рывок делать вот сюда. Думаю, где? И да, мы здесь их просто без проблем разбиваем. Мадагаскар сегодня пойдет. Вообще, нам бы пробиться к Асуану вот тому. И, наверное, я что сделаю? Так, и, наверное, остановлю наступление. Поставлю третий этот, но наступление стоит приостановить. Хотя бы немножко. Хотя, если мы здесь опять-таки пробьемся, то, наверное, норм. И, по-моему, мы сюда пробиваемся. Хоть и с такими себе успехами нет, ладно. Да, надо зачилиться. Тут даже какие-то окружаем дивизии немецкие. Какие-то подкрепления приходят, но, по-моему, они пришли просто на свой вайп. Да, туда прям, смотрите, заводят дивизии. Но нет, ребята, это... Это мертвое дело, хотя наши дети тоже, конечно, какие-то умрут, но как бы такова война. Тут нас пытаются хотя бы контратаковать, как вы можете видеть, они очень много сюда навали дивизии. И это устраивает, они сейчас очень много здесь потеряют ресурсов. А, они вообще оказались сейчас без портов, кстати говоря, на немцы. Тут точно можно только удачи пожелать, все. Они, хотя да, куда им, здесь далеко, тут мы держим. Реально, спаси, сохрани. А здесь в Мадагаскаре можем уже мы, наверное, переделать приказ и пойти его добивать. Смотрите, сколько они сюда привели всего. Это для нас прекрасно. Они здесь очень много теряют по снабжению, и они здесь, в принципе, очень много теряют в атаках. Нас это более чем устраивает, в то время как здесь, наоборот, дивизии сейчас им туда заходят. У них здесь есть порты, у них здесь нету портов. Если случайно сейчас не произойдет какое-то непонятное чудо, все это будет окружено просто и уничтожено. Здесь очень много дивизий. Слушайте, походу в Триполи они все-таки дойдут, хотя прямо сейчас они туда не идут. Но шансы как будто есть. Здесь же мы, кстати говоря, сразу галочку нажмем, чтобы они как только могли атаковать, атаковали. Потихоньку мы выбиваем войска обратно всякие разные. И да, мы вот прямо сейчас обрежем им все снабжение здесь. По-моему, больше ничего нет. У нас, кстати, почему-то здесь...
Не батаризован пункт снабжения. Странно, вроде были и так батаризованы. Но в любом случае переделали. И, да, у них, по-моему, все должно умереть. Так, красные коробочки. Теперь все. Эх, Австрия, Австрия. Полезла ты в Африку. Как бы... Нельзя было так делать, нельзя было так делать Австрия. Но теперь уже все. Германия то же самое. Они подумали, что они могут сохранить как-то свое влияние в Африке. Но всем, всем все понятно. И тут тоже войска некоторые сможем мы окружить, я думаю. Ну и, конечно, самое главное сейчас на юг пропушить побольше. В принципе, так, здесь у нас, как я и говорил, вот видите, здесь проблем с снабжением просто ужасно, и она не решается по факту. Примерно, ну, никак. Только если вот так вот какие-то порты строить и получать снабжение от них, но это тоже такое полурешение. Можем начать здесь наступление, давайте-ка. Перейти агрессивность. Галочка есть. Нет. Хотят они почему-то наступать сами. Это приказ. И сломался. О, теперь хотят. Прекрасно. И, господи, как же это прекрасно наблюдать. Австрия просто какие-то космические цифры здесь теряет. Пока что от нас не такие большие. Но это пока что. Только это все закроется, ух, там будет. И вот мы достроим сейчас морские базы. И должно стать чуть-чуть получше. Да. Намного лучше. И вот эти тоже мы сразу достраиваем, чтобы дальше тоже что-то становилось получше. Ну и как-то под этим всем мы будем пушить. Отвратительный остров. Его захватывать очень отвратительно в Кайзершизе. Но мы справились фактически. И до Триполи немцы не успели дойти. Мы сейчас их здесь вот всех сожмем и обнимем, так сказать. Еще сюда авиация подзакинула, то, ну, совсем она грустно выглядела. Работает не только днем, так что должна помогать. А вот последняя провинция с немцами... И там еще французы какие-то были, антантовские. Они теперь все. Пора прикрыть еще дополнительные новые наши территории. Их так мало, но и не сильно много. И вот здесь вот мы уже почти все добили. Интересно, что по потерям. Жалко, нельзя вот навестись сюда и посмотреть все от нас. Потому что они очень-очень так разрознены по всем разным этим странам. И по ощущению... Как будто цифры маленькие, ну хотя, типа, да, вот тут 180, 120. Вот о чем я и говорю, нельзя взять так... Ну да, видите, очень много времени, так потеряли очень много на самом деле для них. Скорее всего, это все их войска и были. Жалко, нету красивой кнопочки, где все наши нанесенные потери, это было бы прекрасно. Но сейчас мы добьем здесь, и потом в единую фронта пойдем до Осман. Ну, по факту, нам что? Нам остается только вот это вот, куда добить. И наша цитадель, так сказать, африканская будет готова. Защита есть, авиация прекрасно строится, армия прекрасная. Все европейские державы будут оттуда выбиты. Я думаю, мы дойдем до Суэца, и тут, наверное, плюс-минус будем и останавливаться. О, и Мадагаскар, так понимаю, капнул. Потому что теперь могу захватить страны, да. Или вообще нет, кстати говоря. Но может какой-то скриптовый? Потому что вообще это ж против Гёринга альянс этот. И это он... Нам мешает все это время только из-за Гюринга. Так что хз. Тут парни уже начинают атаку. Думаю, будет она успешной. Хоть и не сразу мы пробьемся, но у нас хватает вот ресурсов, чтобы рано или поздно сломать немцев. Здесь и сломать здесь австрийцев. В принципе, австрийцев мы, я думаю, сломали еще вот здесь вот, когда все их войска, их альянса были уничтожены. Вот здесь вот выставка. И сейчас-то наша цитадель уже готова. Все еще там войска как бы не до конца успели все дойти. Но даже их в их текущем состоянии хватает, чтобы остановить это вторжение. Прекрасно. А как-то вот так. Давайте сюда еще какую-то авиацию, может быть, пришлем. Тогда точно никто не высадится. Да, уже отсюда остановились. А, они тренируются просто здесь. Окей. И тут мы тоже сейчас добиваем немцев. Думаю, на этом моменте немцы проебали игру. Кстати говоря, блин, тут смешно, что у интернационала тут пару провинций, и как бы чисто ради вот этого вот нападать я бы, наверное, не стал. Мне кажется, что все-таки мы бы как-то с ними договорились отдать уж Гвинею, потому что мы все-таки одной стороны, так сказать, ребята. Так что я все-таки сделал вид, что мы договорились отдать нам вот эту вот Гвинею. Так что вот так вот здесь теперь выглядит наша граница. Осталось, правда, разобраться с Каиром только.
И да, давайте уже закроем экономику, чтобы по ресурсам все было получше, даже, наверное, вот так. Потому что алюминия, ну, совсем не хватает. Увеличит наше производство в 4 раза, если что. Прекрасно. Ну и по винтовкам тоже, я думаю, нехило. Тут я достроил просто миллион портов, чтобы всему хватало снабжения. Можем еще подстроить, я, в принципе, не стесняюсь. И сейчас наш кулак войдет прямо в туз Османской империи, так сказать. Прям вот так мы. Отлично пробиваемся с снабжением, с пополнившимся и снаряжением, и людьми. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И Суэц мы взяли. Вооружили мы тут войска их. И на этом моменте, я считаю, можно считать, что османы закончились. Тут еще я в Австрии куча, в общем-то, войск. Ну, как сказать, османы равно в какой-то степени Австрия, потому что альянс-то тот же. Альянс-то все тот же. И путь на всех османов открыт. Думаю, мы заберем все тогда еще и Синай, как говорится, по мирным договорам. Я думаю, на этом нам прекрасно было бы завершить. Мы отбили все. Ехать здесь тут добивать каждую страну, я думаю, нам не сильно интересно будет. Единственное, наш шпион, агент, студент, сын нашего Абэмы, Барак Обама, произвел успешную операцию по организации Америки. Теперь именно мы контролируем Вашингтон. Барак Обама стал президентом Америки, и Америка тоже может считаться нашей. На этом, я думаю, можно было подзавершить это прекрасное прохождение. Так что, ребят, с вами был Добгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, это Визит Спорт, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.